По окончании 11 класса я сразу понимал, что направление подготовки у меня будет связано с инжинирингом. И я не прогадал в своем выборе. Окончил эксплуатацию транспортно-технологических машин и оборудования. Обучение для меня было несложным. Абитуриентам пожелаю быть ответственными в своей учебе и с уважением относиться к преподавателям. Также хочу сказать про свою кафедру выпускающую. У меня транспортно-технологических машин, оборудования и логистики, с которыми у нас сложились, не побоюсь этого слова, дружеские отношения. В общем, желаю вам удачи. Дерзайте.